Друзья, всем привет из Алании. Без 15:02 время. 4 сегодня января. Вторник, мы на пляже Клеопатры. Слева от отеля Аладдин. Рассказываем о погоде. Сейчас дует вот свеженький ветер и нет солнышка. Хотя оно было сегодня. Вот какие-то, я не знаю, тучами их не назовешь, облака или что это такое. Но дождя быть не должно у нас. Сегодня уж точно. В ближайшие пару дней, возможно, будут дожди, но похолодание не предвидится. Температура сейчас 22-23. Вон одна девушка загорает. А, нет, есть он, люди еще на лежачках, но больше всего людей в кафешке. Немножко освежающий такой ветерочек. То есть по сравнению со вчерашним... Ну, наверное, вчера, может быть, так было, ближе к 5 вечера. Вот такая погодка. Солнышка не хватает, но я думаю, оно должно выйти, наверное, еще. Сегодня мы его должны увидеть. Надо Млаташ, там он тоже пару человек, вижу, купается. Вода 19,8 сегодня. Ночи довольно теплые тоже, температура ночью. Ну, 14 в среднем где-то там. Плюс-минус 1, возможно. Такие вот небольшие волночки. Комфортная погода, даже, в принципе, в футболке, в шортах. Многие сейчас видел. В шортах, футболках. В принципе, нормально. Людей поменьше здесь явно, чем было вчера и позавчера. Людей поменьше, это сразу видно. Ну, такая вот погодка. Привет всем из Алании, тепла всем. В очередной раз всех с Новым годом. Кто еще хочет елочки свои показать или себя на фоне елочки, можете еще отправлять. Еще видео не монтировал. Пока еще день-два, может быть, у вас есть. Какая красота здесь у нас сегодня. Я надеюсь, что солнышко сейчас появится. С ним будет, конечно, гораздо теплее. С ним будет 25, по ощущениям, не меньше.